вчера дал приказ, короче, атаковать нас. Удачи. Едет, едет! Что, все, транспортировать. Вот там, где буйно, нет? Больного горовато. Не, там не надо, вот как раз здесь у него кривой. Да, больно метит. Ну смотри, сейчас кадриль начнется, а ты с прямой будешь. Я с ней побил. Ребят, помогите загрузить, давай. Тише. Аптечки доставайте свои все. Доставим. Как лыжи. Слышал? Как жаль. Они всю жизнь, они родили уже обижены. Они нас Украина начала активизировать боевые действия только потому, что Россия и Америка нашли точки соприкосновения. Точнее, соприкосновения. И понимая, что в Украине уже в этой жизни ничего не светит, Порошенко дал приказ начать атаковать Донецкую Народную Республику. Какова военная ситуация? Очень тяжелая. Бои идут на фронте протяженностью около 50 километров. В данный момент находимся в районе Авдеевки. Третьи сутки украинские военнослужащие пытаются прорваться в городу Донецку, Макеевке. Бои идут тяжелые. Украина несут большие потери. Но они не пройдут. Я видел, как оно происходило. Было два самолета и был Боинг. Потом два самолета улетело, а Боинг упал. Вот и все.